Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас в гостях политолог Российской Федерации Юрий Сергеевич Самонкин и также президент Евразийский институт и молодежных инициатив. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вы недавно были на одном из крупных мероприятий в Москве, если я не ошибаюсь. Как он назывался, что он из себя представлял? Ну да, действительно, для меня было очень приятным сюрпризом получить VIP-билет на театрализованное мероприятие, как раз вот посвященное русской культуре и проекту, связанный к 225-летию, юбилею, со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, на котором собрались видные российские дизайнеры, предприниматели, общественные деятели, послы 5 государств присутствовало, в том числе активно. Мы сейчас дружим с представителем посольства Палестины, потому что у них достаточно ярко выражена в этом году на мероприятиях БРИКС антизападная риторика, и они и возмущаются, и крайне не устраивает то, что Израиль, США делают на Ближнем Востоке в отношении Палестины, сектор Газа. Кстати, я у него брал интервью еще в феврале месяце, 23 февраля. Ну, кому интересно, можете посмотреть как раз вырезку сайта, посвященную тематике «Будет правда историческая на земле». В общем, действительно интересно. И мне было очень приятно, когда они меня включили в этот список, прислали мне приглашение, сказали, действительно, вот будет мероприятие такое, посвященное, как бы, с одной стороны, показ мод в стиле 812 года, с другой стороны, популяризация Александра Сергеевича Пушкина. Но после открытия Олимпиады в Париже и вот то, что происходит в Европе, я, честно говоря, думал, надо все-таки, чтобы наши сделали какую-то такую-то интересную ответку, чтобы показали действительно красоту традиционализма. И этот красоту традиционализма я увидел достаточно огромное количество дизайнеров стран постсоветского пространства. Мне понравилась белорусская коллекция мод, и в частности, конечно, отечественная 812 года, ну и та культура, которая присутствовала в Российской империи до февральской и Великой Октябрьской революции. Поэтому все театрализованное шоу было поставлено действительно профессиональными актерами, действительно ставился такой спектакль Евгений Онегин, и я не только расширил свою географию связи, но и в том числе, в принципе, познакомился с видными дамами Российской Федерации, первыми красавицами страны, которые действительно участвуют во многих международных конкурсах и сейчас активно выходят на рынок БРИКС. Кстати, они недавно были, даже участвовали в показах на закрытие выставки России на ВДНХ. И мне посчастливилось с этими людьми пообщаться. Вот мне, конечно, был очень интерес в данной ситуации. То, что я спрашивал, вот слушайте, вот у вас был опыт поездки, допустим, в Рим, в Париж, в Барселону. Вообще, вот вы чувствовали на себя какое-то давление? Ну вот видите, как они относятся ко всему русскому, пытаются, соответственно, запретить и так далее. На что мне было отвечено, что вы не переживайте, потому что политика, она служит вопросами баталия, но в культурном коде многие, которые находятся там, люди, они прекрасно понимают, что такое санкции, что такое агрессия США, что такое режим Зеленского и что такое позиции. То есть они, вы знаете, даже не светятся. И вот этот вот культурный обмен, он пробивает действительно санкции и дает тут мостик сотрудничества с Европой. То есть это очень интересное направление деятельности. Я, в принципе, рад, что они такую работу проводят, потому что они, по факту, эти девушки являются нашей мягкой силой публичной дипломатии. То есть своей красотой они показывают действительно образ России. А сейчас, учитывая то, что культура меняется, у нас есть указ президента Российской Федерации защиты традиционных ценностей, они показывают исключительно русские традиционные ценности. Если бы они умели еще плясать балет, мне кажется, они бы еще показывали бы «Лебединое озеро». Поэтому в данной ситуации мне очень было приятно вообще находиться в таком, как говорится, светском кругу образца 1812 года. И в данной ситуации очень было ко мне пристально приковано огромное количество внимания с их стороны, хотя я не выпендривался, не делал никакие рекламы, там не вскакивал с места, не, грубо говоря, бил рукой о грудь, не подходил. Все, конечно, сами подходили. Вот. Поэтому в данной ситуации, знаете, как вот говорится, недавно Юрий Сергеевич не такой уж неудачник, как его многие здесь анализируют, там в том числе и хейтеры с Украины, и в том числе известный в определенных кругах наш великий клоун Рубен, который говорит, что у меня просто вот не клеится. Рубен Буштунс.
Пуштунс, да, с противоположного пола, но наоборот, очень много внимания, что не то, что клеится, я даже иногда бывает устаю от этого пристального внимания, но было интересно. Ну, а дальние подробности я, банкеты и прочих, я рассказывать не буду, потому что это уже сугубо личная тема. Ну, там были наши артисты известные там или певцы наши? Да, были, но они, многие из них играют в театрах сейчас активно и в современных фильмах и соответствующих сериалах, потому что сейчас вот тематика православного христианства и тематика молодежи, она сейчас набирает огромное количество отзывов. Вот. Естественно, что я так понимаю, что формат светской тусовки, он действительно тоже форматируется в тематику многополярного мироустройства, потому что те аморальные личности, либералы и прочие вот эти вот, которых мы постоянно видим на экранах Муз-ТВ и Ру-ТВ и прочих вот этих вот каналов, они не присутствовали. То есть, видите, есть отдельная когорта людей, традиционные ценности, а есть вот как раз когорта вот этих вот либерастов безбашенных. А из ТНТ тоже не было. Тоже их тоже люди не переводят. Ну, совсем другой уровень культуры и восприятия. То есть отношения, как это называется, флирта и любви исключительно между мужчиной и женщиной, но в рамках вот этого вот высокоморальных традиционных ценностей. Я вот раньше не понимал, я вот когда смотрел на это все, я думал, что это какое-то, знаете, гнездо ада. Но вот когда я пообщался с людьми, которые вот занимаются сейчас фэшн-индустрией и которые действительно поддерживают Путина и БРИКС, я вот так глаза открыл, я говорю, слушайте, обалдеть, говорю, как все это быстро поменялось. Да, действительно, в общем, очень интересный обмен опытов, таких мероприятий будет достаточно еще много, потому что мы, как я тоже начал сотрудничать с видными дизайнерами, вот, возможно, что нас даже подключат в информационную повестку освещения там по отдельно взятым грантовым вопросам, которые они пробивают через фонд культурных инициатив. Но в этом году это вот как раз мой первый опыт выход в светский уровень, потому что до этого я выходил 2 раза, ну, в прошлом году, но это было исключительно в рамках культурного обмена на площадках торгово-промышленной палаты, когда там ставили оперу и деловое мероприятие. Знаменитый фонд Возрождения, где я вот познакомился со многими актерами театра кино, мы даже до сих пор дружим. И что самое интересное, вот как раз вот основательница фонда, главный учредитель, она вот как раз и проводила огромное количество мероприятий. Потом, конечно, я перестал ходить, потому что тематика Ближнего Востока, она немножко тяжелая, там они работали с экспертами, которые занимаются по Ближнему Востоку, а я вот не могу так делать, вот мне позвонили за час до мероприятия, говорят, вот приехайте, выступите и так далее, значит, надо готовиться, делать презентацию и так далее. Кстати, вот я затронул фонд Возрождения, интересно, особенно, что в соучредители этого фонда входят также представители движения НОТ, господин Нургалиев. Я был искренне удивлен, когда он мне вчера добавил в свою рабочую группу, рабочий чат, как раз под вывеской фонда Возрождения. То есть, видите, оказывается, нодовцы тоже присутствуют в светских этих, как это называется, структурах. Вот. И что самое интересное, еще раз скажу очень прямо, только пускай на меня никто не обижается, но это мое наблюдение, потому что я посетил и саммит БРИКС, и саммит деловых кругов 3 июля. Когда речь идет исключительно о корпоративах, банкетах, светских приемах, и помимо русской кухни человеку предлагают европейские бренды, то есть вот эту вот европейскую кухню, европейские санкционные товары, которые сейчас являются дефицитом, то нодовцы предпочитают эту кухню вместо русской. Но это мое личное наблюдение, да. Это, конечно, я считаю так, когда на массовых мероприятиях, ну, бывает, я все-таки считаю, что нет, мы будем, наверное, когда санкции снимутся, но будем употреблять, наверное, пепси. Ну да, это вопрос вкуса. Я считаю, что мы должны сейчас больше поддерживать своих производителей, и вообще не надо закупать во время вот этих бликсов, больших мероприятий иностранщину. У нас есть хорошая черноголовка, лимонад. Если вы хотите кока-колу, она пьет черноголовка кола, тархун. Да. Это у нас есть. У нас хорошие салаты есть. Первый, второй, третий. У нас вообще у русских хорошая столовая. Ну, еда. Мы можем похвастаться перед зарубежем, а они-то нет. Поэтому
тут нодовцы, конечно, удивили, очень сильно удивили, но все-таки на будущем, все-таки, я считаю, больше надо свое кухню, чтобы люди могли поесть и отдохнуть, когда вот это мероприятие массово проходит. Это уже вопрос к организаторам. Но нодовцы же вам, наверное, что-то говорили, вы им задавали вопрос, почему они тянутся к иностранному вину там или продукции питания? А это очень просто. На самом деле, вот новенькая молодежь, которая пришла освещать мероприятие, вот, собственно, которые ведут мероприятие, освещают, эта молодежь, она немножко другой формации. Я понимаю, что внутренне она действительно поддерживает идеологию традиционализма. В принципе, вот этот парень, который у меня брал интервью на «Уникальной России», он же выходил с пикетом, что еще себе невестку-патриотку, да, традиционной ценности. Вот. Его этот, который ролик есть у нас. Да, да. Я его знаю. Да, да. Вот, да. И он, что самое интересное, я вот тоже приоткрою секреты, но сейчас можно об этом говорить, потому что мероприятие давно закончилось, уже все карты открыты, все. В том плане, что вот как раз вот присутствовала как раз у нас девушка, которая является одним из редакторов Queen, это, знаете, понятно, что это британское название, но они печатаются в России, но они имеют выход на Евросоюз, на европейский рынок. И он один, и вот как раз я помню, как Нацкурс у них брал интервью. Я такой думаю, вроде бы, смотрите, фэшн-мода ориентирована на европейский рынок. И нот, который говорит о патриотизме, о суверенитете против всего Запада. И они так мило общаются в кулуарно. Я, знаешь, я стою с такими выпущенными глазами. Я не понимаю, что происходит. Может быть, парень поплыл от красоты данной дамы, но она действительно красивая. Вот, но как-то надо себя держать в руках. И я подхожу, говорю, слушай, говорю, а ты знаешь, с кем ты общаешься? Говорю, нет, я говорю, это же, говорю, мисс Вселенная, мужик, говорю, ё-моё. Они имеют выходы с европейским рынком. Да, они сейчас распространяют журнал на территории Российской Федерации, обходя санкции, я говорю, но большинство людей, которые печатают про этот, про модные дизайны, имеется в виду вот эти вот «Светская хроника», я знаю, у меня там друзья работают, они мне все рассказывают, это все ориентировано на европейского потребителя, там нету понятия патриотизма. Я говорю, зачем ты, патриотическая СМИ, берешь интервью? Он говорит, а ну и что, может быть, они завтра будут приориентированы на русский. Я говорю, конечно, французско-итальянская мода вдруг неожиданно закроется и будет работать исключительно на показания русских кокошников. Я говорю, это мы и наши привозим эту моду, понимаете? Был Слава Зайцев жив, ведущий. Сейчас вот место пустует, идет в этой сфере очень жесткая конкуренция. Сейчас даже дизайнеры с Донбасса начинают как бы доминировать, приходить на российском рынке, потому что действительно это один из способов восстановления экономики нового региона. Как раз за счет выпуска одежды, головных уборов и так далее. Я ему сделал замечание, чувак меня не понял. То же самое на саммите БРИКСа, когда журналистки от «Голоса Отечества» напали на все санкционное западное. Я начал задавать вопросы, они говорят, ну и что, говорят? Я говорю, ну и что, говорят, это просто моя работа. На самом деле мне нравится французский парфюм, французская косметика. И вообще я, грубо говоря, такую красивую сумочку Gucci нашла в ЦУМе. В общем, все это происходит. Я говорю, ну понимаете же, Евгений Алексеевич Федоров, говорю, с вас три шкуры дерет. Вы же пикетчики, вы же патриоты, вы же все произведете. А получается, что вы как бы это ведете себя, как это сказать, в стиле вот, ну, как элита 90-х. Помните, вот это 90-е люди, там, малиновые пиджаки, сопровождение, женщины и так далее, примерно как сильно. Да ладно, короче. Я смотрю, они молодые, они не совсем вообще действительно понимают, но они, может быть, и родились в 90-х годах, но им было тогда очень мало. То есть, вот, знаете, такая особенность, я бы сказал, даже среди некоторых людей двойственный патриотизм выражается. Вот. Ну, я считаю так, если они бьют в грудь. Я-то не бью в грудь, что я патриот номер один, поэтому я попиваю пепси-колу. Но так как у нас сейчас санкции, ну, мне привозят из-за границы, есть у меня. Но, а так-то я все равно пью черноголовку колу иногда. Ну, конечно, да. Ну, я все-таки больше употребляю российского производителя. Но если ты бьешь в грудь, как Федор, что вы ярый патриот, ну, вы держите эту планку, пожалуйста. И только по ночам иди, ешьте французскую колбасу и сбивайте виски. Только втихаря и не на публику. Вот это я мог бы понять.
Поэтому это еще раз показывает о том, что НОД, оказывается, у нас ряженые патриоты. Значит, они не на 100%. Не обижайтесь на НОДовцев, но это факт. Вот и все. Я вообще, движение НОД создавалось, вообще-то неплохо была, неплохая задумка. Но потом все пошло не так, потому что по каким-то причинам Федоров и его команда начали вешать ярлыки. Это на Старикова, на Киселева, еще прозвучит фамилии, не только на меня, на самых крупных людей. Вот это плохо. И поэтому с нодовцами такая беда происходит. А, значит, а там в самом Нургалиева не видели, да, на этом? Нет, точно не видел. Я просто еще познакомился с одним человеком, которого награждали. Он, значит, друг Старикова. И он как бы вхож в их неэкспертное сообщество. Я говорю, вы знаете, господин Аверьянов меня когда-то водил в сборский клуб. Это было еще в 2013 году на площадке МГИМО. У них там сейчас проект «За русскую культуру». Он говорит, давайте я, короче, вас тоже включу в состав рабочей группы, посотрудничаем. Я говорю, слушайте, с удовольствием. Вот, обязательно, тем более Старикова, тем более Валентина Юрьевича Катасонова. Я говорю, я прекрасно знаю, хорошие, говорю, люди. Говорю, замечательные патриоты, вот, и он говорит, вы знаете, говорит, ну, видите, да, вот вы вообще, говорит, со всеми общаетесь нормально, дружно, вне зависимости от ориентации. Я говорю, ну, конечно, то же самое, говорю, Платошкин, когда вел программу на общественной службе новостей, я говорю, я к нему постоянно каждую неделю уходил, и у нас были прекрасные отношения, потому что, действительно, я позиционировал евразийский проект как восстановление исторического отечества в прежних границах, вот, и у нас как-то был соответствующий разговор и так далее, вот. А в данной ситуации он говорит, вот, значит, на Михеева оболочку гадят, там, значит, на Прилепина бочку гадят и прочее-прочее, все вешают ярлыки. Я говорю, ну, недавно команда Прилепина тоже звонила, они там гуманитарные штабы открывают. Я говорю, ну, я лично по ментальным программным документам не, как это сказать, не фанат «Справедливой России», «Патриоты за правду» этой партии, потому что я далек от их идеологии. Но вешать ярлыки, говорить о том, что они такие все сволочи, и там гнать на Миронова, я говорю, ну, воспитание не позволяет. Вот, я говорю, да, были там белые ленточные деятели, но это было-то когда, в 2011-2012 году. У нас тоже, говорю, в «Единой России» тоже были либералы, говорю, а коммунисты, говорю, вообще с левой оппозиции заигрывают. Юрий Сергеевич, да. Извините, что вас приостанавливаю. Вот недавно арестовали сенатора от «Единой России». Вот, а Федоров молчит. Угу, вот. И мы как-то с ним мило поговорили. Я говорю, ну вот, значит, я сейчас в основном, да, бывает у меня как бы телевидение и так далее. Вот, я говорю, ну, баблогосфера, там бывает Артем звонит, там бывает как бы Руслан Михайлов. И он такой, блин, говорит, слушайте, а я что-то такое, короче, слышал, говорит, вроде бы, короче, но я, говорит, не видел. И вот мы как-то пришли в кул, а там эти, также модели стоят, вот, потому что там Евразийский деловой клуб, и говорит, идет, не женатый идет. Я такой, Валерий Николаевич, я говорю, не надо, пожалуйста, смущать никого. И они что-то все-таки на меня реагируют, блин, думают, как, кому я, короче говоря, подойду, в общем. Я такой, ну и мы как, и они к нам подходят, типа, знакомятся, общаются. Вот, я говорю, слушайте, говорю, с удовольствием, говорю, со всеми пообщаюсь, там, по рамках культурного обмена и так далее, говорю, вот, и я, в общем, включаю, значит, вот этот вот, короче говоря, отрывок видео, и вот как раз с комментариями Рубена, это было полдевятого или даже в 21:00. Дело недавно вас раскритиковал. Да, раскритиковал. Они там вообще все охренели. Они говорят, это вообще что за бред такой? Какого фига он вообще имеет право такой? Типа, кто он такой? Короче говоря, как его звать? Вообще, он говорит, не понимаю. И в то же время очень сильно раскритиковали позицию Евгения Алексеевича в вопросах того, что вот у нас там ошивался патриот. Извините, чуть ли там не мразь конченая, да, который перешел в стан предателей, потому что этот американец, там американец, тот американец. Знаешь, они все взвыли, они говорят, это вообще что, говорит, вот после выхода вот этого ролика очень много моделей светской тусовки моих подруг стали писать, говорят, а вообще народные избранники имеют право вообще так выражаться в социальных сетях и в видео, говорит,
где комитет по этике? Знаешь, как всех их это возмутило поведение. Я говорю, слушайте, я сам вообще в шоке. Я... Нет, ну ладно там раскрыть Аковай, сказать, там есть у нас в стране пятая колонна, агенты Запада и все. Но чтобы так вот раскритиковать... То есть, тем более. И после этого уже как раз выходит ролик, где вы говорите о том, что у вас есть, и, ну, показываете, да, и награду, и дипломы, и опыт работы и так далее. И возникает вопрос, а какого хрена они критикуют, говорят о том, что был какой-то левый парень, когда, извините, этот левый парень огромное количество лет проработал, даже имеет соответствующие заслуги. То есть на производстве это называется, ну, не то, что, ну да, работник года, и это все идет в личное дело самого производства. Вот у меня тоже. И они очень крайне возмутились, они говорят, вообще природа этого конфликта настолько абсурдна, что депутаты не могут наладить связи со своими избирателями в самых разных конфликтных ситуациях. То есть они не имеют права так себя вести, если есть проблема, и, собственно, надо это решать. Я говорю, хорошо, Андрей Валентинович, но говорю, ну есть другая видео Евгения Алексеевича Федорова, где он говорит, где ему там жалуются, вот там вышел представитель пикета, говорит, что там рядом со мной стоит какой-то представитель там Яблоко, Парнас, вот этих вот запрещенных организаций, начинает, грубо говоря, оскорблять президента. На что Евгений Алексеевич говорит, ну вы с этим человеком поговорите, пригласите дипломатии. А тут получается немножко совсем другое. И они очень сильно на это возмутились. Они сказали, мы вообще не понимаем позицию Рубена, который какую-то вообще колесицу. То есть, ну, просто там его 9 просмотров против моих 754 ВКонтакте. В формате чата рулетки, вот, короче говоря. А у меня-то ролик больше зашел, походу, люди поугарали, вот. А у него там 9 человек, 10-11, то это мои все просмотрели. Вот, мы ему даже немножко статистику. И при этом он выкладывает это в канал, где группа 73 человек. Вообще, вот. Супер! У них, говорит, нету просмотров подписчиков, но у меня вот, пожалуйста, группа 73 человека. Вот, и в то же время. И поэтому, естественно, что вот люди, они искренне вообще тут природу этой конфликтности не понимают с точки зрения психологии. Очень сложно им это. Но я, как говорится, рассказал, они сказали, нет, вы знаете, наверное, все-таки рано или поздно вопрос решится в данной ситуации. И они четко сказали, что если есть какой-то информационный бум, все равно государство так или иначе на него в перспективе воздействует. Так что в данной ситуации они еще раз вот мне подтвердили позицию администрации по поводу вот как раз изменений вот этой вот информационной, общественной парадигмы, кстати. Слушайте, может быть, действительно мы к 2025 году увидим, наверное, вообще не то, что нот, а, наверное, какой-то новый проект будет, может быть, если... Возможно. Государство возможно туда войдет, в принципе. Вот. Но я эту тему пролоббирую, я эту тему просто доношу с позиции не ярлыков, а с позиции просто вот понимания информационной повестки. А большинство людей, присутствующих на подобного рода мероприятии, они имеют соответствующие связи, они докладывают федеральному центру, и поэтому я вот эту информацию, как говорится, лаврирую открыто в данной ситуации. Ну, если уж сейчас немножко речь обо мне зашла, объясню сейчас тоже нашим подписчикам, я уже делал отдельный ролик. Я критиковал руководство НОДА, это делал не только я один, это делали многие нодовцы, я просто был более подсвечен в СМИ у НОДА, и меня пару раз предупреждали, что нельзя критиковать. В чем моя была суть критики? Я критиковал руководство РОМШа, в которое входит Расторгуева, то, что Расторгуева со своей командой занимается провокационными действиями. Какие? В отношении МВД по Москве. Есть ролики в интернете, погуглите, найдете, как ее команда, и она в том числе, занималась провокационными действиями по отношению к МВД по Москве и других мест. Мы с людьми с НОДА это доносили до Федорова, что РОМШ занимается дискредитацией движения, доносили, Федоров все время отнекивался, типа вы сами решайте, потом мы начали дожимать этот вопрос. Мы же не сразу ролики, мы внутри своих чатах доносили, люди многие возмущались. Ну, естественно, РОМШ, я хотел вам напомнить, где-то в 18 году или в 19 сделал революцию в НОДе, все под себя подчинил. Но как-то Федоров решил полностью лечь под РОМШ. Я догадываюсь, почему. Я вам, те, кто, вы же, наверное, структуру НОД не представляете, как зависит.
Ну, так просто поверхностно, но ну, на смотрите, самом деле... почему Федоров, это надо вопрос Федору задавать, да, почему он наименьшую силу выбрал, а я только начинаю из догадок. Потому что все пикетные деятельности и массовые мероприятия, которые делает НОД, это благодаря заслугам Ромша под руководством Расторгуева, ее помощника Гончарука. Молодцы, аплодирую, молодцы. Но если они бы еще бы занимались без провокационных действий, было бы еще лучше. МВД, их полиция просила, отойдите в сторонку, нормально, вежливо, руки не крутили. А они еще там на камеру снимали и издевались. Есть такие ролики. Потом где они налетели на Михеева, на Старикова, угу, на Захара Прилепина. Может быть, политика совмещается, но так гнобить нельзя этих политических деятелей. И я им это доносил. Ну, когда я уж начал защищать, осмелился защитить Михеева с Захаром Прилепиным, со Стариком, еще мне потом сказали, а мне еще Зыков говорил. Мне сначала отодвинули от эфиров, от чатов начали отлучать. А потом у меня раз и Федоров в своем ВКонтакте написал, я как предатель Родины, я говорю, я звоню и говорю, алло. Зыкову говорю, вы ему донесите, Федорову, пускай риторику изменит, может, его админы написали. Ладно, мы смягчим, смягчили. А то мне говорит Зыков, а ты любишь слушать Михеева, а ты любишь... Я говорю, а это они что, противозаконные люди, что ли? Они что, в МВ у нас в тюрьме сидят? Я имею полное право, слушайте, у нас свобода слова. Они к преступникам не относятся, имею право. Ты их рекламируешь «Пятую колонну». Говорю, я не рекламировал «Пятую колонну». Помните, актер был Трескунов? Где он на Никиту Сергеевичу Михалкову наехал? Я просто фрагмент показал и защитил Никиту Сергеевичу Михалкову. Mm-hmm. Я донес это соединение Зыкову. Нет, ноль внимания. То есть начали мне гайки закручивать. А потом меня из СМИ и НОДа выключили. То есть мне так обидно стало. Меня выключили из чата, везде, короче, повыключали, но я как бы вишу в ноде, да? Мне предложили в «Справедливую Россию» уйти. В принципе, как раз у них набор людей было. Тогда не просто «Справедливая Россия» называется, «Справедливая Россия за правду». И я туда ушел. Как? Да, я когда туда хожу, я все-таки как бы информационный человек, начал снимать себя, фотографировать, объяснять людям, что я ушел туда. И объявил, что ухожу из НОД, потому что в партию ухожу. Все, тут же Федорову доложили, я думаю, Федоров был подписан на мой канал. Я уж не знаю, как он это узнал, может, сам узнал, может, ему донесли эту информацию. Быстренько стряпали прямой эфир, это было в 21-м году, по-моему, и кинули. 20-й, по-моему, год, не помню, 20-й или 21-й. Вот, они туда в эфир кинули, и он... сказал, у нас был такой-то человек, который внедрялся в НОД, да, хорошо, внедрялся, около 10 лет был, 8-9. Да, 10 лет внедрялись. Ну, не 10 лет, лет 8-9, ага. Я там официально был в НОДе где-то около 9 лет, плюс год неофициально, поэтому давайте так возьмем, 9-10 лет. Около 10 лет я был в НОДе, мне Федоров неоднократно хвалил, руку жал, с ним чай, кофе пил, я участвовал в более 600 пикетов, массовых мероприятиях по сдерживанию навальнистов я участвовал, сотрудничал с МВД, кстати, по ЦЕПСО работал, и я резко оказался негодяем, внедренным, без суда и следствия, и предателем, и еще он меня плохим словом назвал, не буду его здесь озвучивать, то есть подлецом меня как так назвал, хороший подлец, и не объяснил причину, а почему Михайлов Руслан, он мою фамилию не стал, да? А там быстренько сделали скорректировку нодовца. Типа обо мне речь идет. Конечно, обо мне речь шла. Потому что из нодов в «Справедливую Россию» уходил только я один-единственный из активистов. Это так Стариков, но это значимое лицо было до меня. Он какую должность, что ли, в ноде занимал? Он вместе с Федором сотрудничал там по законам, помогал там что-то пробирать, да? А из простых нодовцев-то я один-единственный, кто в «Справедливую Россию» ушел. Мне Федоров как это озвучил в прямом эфире, они быстренько ролик скомпоновали, мне картинку клейму повесили, и типа я одной дорогой ушел со Стариковым, предатель, Иуда, и пошел-поехал. Я агент ЦРУ резко стал, агентом МИ-6 я стал, мне начали гнобить, мне стали звонить, угрожать. Хорошие у нас патриоты, ну и конечно я начал огрызаться,
и мне это не понравилось. А в партии «Справедливая Россия» меня встретили хорошо, знали, что я нодвец, потому что ты, когда приходишь в партию, ты о себе биографию говоришь, они тоже пробивают информацию. Я, когда приходишь на какое-то предприятие, или всегда должен о себе правду говорить. Конечно, они не знали, кто я. Мы там с начальником по Татарстану сфотографировались, там всегда на память фотографируют. Все это была статья определенно написана, и нодвецы тут уже начали полностью меня гнобить. Потому что Федоров дал сигнал. Вот вопрос, а Федоров имел право меня так обзывать? Вот так вот. Я считаю, нет, что нас, вообще, на самом деле, депутаты не имеют права делать, на самом деле, такую риторику, потому что они все-таки народные избранники, и люди будут давать им оценку. Кроме того, членство в общественных организациях, экспертных советов, оно не противоречит деятельности политических партий. Вот у нас в Евразийском деловом сообществе огромное количество людей, помимо продвижения целей, задачи интеграции, занимаются еще своими проектами, своей сферой деятельности и состоят в разных политических партиях, понимаете, вот. И вот Сергей Юрьевич Глазев, он никогда не вешает ярлыки ни на кого, то есть кто там, даже у нас была коллаборация с дугинцами, да, казалось бы, такой сложная организация, сложная структура, и Александра Гелича поливал грязью за его вот эти вот ранние 90-е годы, вот этот вот оккультизм, там связи с НБП Лимонова и так далее. Но в данной ситуации даже дугинцы к нам приходили на мероприятие и вносили какую-то свою лепту. Поэтому у нас такой на самом деле ерунды нету, потому что мы считаем, что это антиконструктивно, ну, за исключением либеральных течений, которые являются антирусскими по своему природу и содержанию прозападного элемента. А так не имеет разницы. Из «Справедливой России» есть у нас коллеги в «Новых людей», и в «Единой России», и в других политических партиях, и в ЛДПР, даже на ЛДПР в свое время тоже ТВ снимался когда-то, когда начинал свою деятельность, вот, грубо говоря. А вот в ролике критичном Рубен Буштунс говорит, это ты, короче, всех предаешь, потому что ты... За кого он имел в виду? Меня? Про меня, вот. Потому что я на выборах голосую не за тех кандидатов, которых говорят голосовать сверху. Извините, пожалуйста, у нас выборы, можно голосовать за любых понравившихся кандидатов, которые так или иначе представляют. Да, я не скрываю, что я голосую иногда за самодвиженцев молодежи. Но у нас проблема настолько широка, что у нас нету на местах рывка. То есть получается, что вот у нас была проблема с отоплением в начале этого года, огромная авария, там даже... до президента докладывали, вот потом сейчас идут, вышли перебои с электричеством, где-то есть плюсы, где-то есть проблемы и так далее, и так далее. Но после того, как вот человек посидел при минус 25 без отопления, он будет голосовать за местных депутатов, за местных чиновников власти, то есть он будет, конечно, голосовать за альтернативную силу, за людей, которые как-то меняют. И меня в этом Рубен чисто упрекает. Он не видит этих социальных проблем, он не хочет об этом слышать. Он считает, что если в Крыму все хорошо на местах, и там курортный регион, то почему-то в Москве и Подмосковье на местах у нас тоже творится адекватно. Не всегда этот адекват, он, соответственно, происходит. Поэтому здесь я крайне не согласен. Я считаю, что мы имеем право состоять в любых подразделениях, если они не противоречат государственным национальным интересам. Поэтому справедливая Россия, несправедливая Россия, нету такой у нас жесткой риторики, что мы их как-то, блин, там, я не знаю, лошили. Я хотел объяснить просто. Я бы из НОД бы не ушел, если бы меня незаконно не убирали из СМИ НОД. Я был действующим журналистом национального курса «Голоса Отечества», и я в двух сферах сидел. Я был в информационном поле, и меня просто выключили за то, что я осмелился критиковать Расторгуеву, донес Федорову и требовал, не просто просил, а требовал на ведение дисциплины. Я им говорил всем, это не только я, многие говорили, что НОД они дискредитируют. Либо вы с ними поговорите, либо их убирайте. Все. Ну, они выбрали меня убрать, потому что они финансируют НОД. Они одни из тех людей, кто финансирует НОД. Молодцы. Но теперь что, им можно все?
Извините вы, пожалуйста. А если так они решили сделать, они могли это мягко это сделать. Они вот так вот, Федор взял меня на всю страну, оболгал, ну он трус еще, и фамилию-то постеснялся назвать. Но быстренько нодовцы такой ролик сделали. И я-то один-единственный, кто вышел из ноты справедливую Россию. Mm-hmm. И Федоров на всех вешает ярлыки. Захар Прилепин его на место поставил, а мне и сейчас пишут. А зачем ты защищаешь Михеева? А зачем ты защищаешь Старикова? Захара Прилепина, говорю, они пока не, они, не преступники. Вот и все. Вообще, конечно, можно Михеева покритиковать, но называть, что он агент ЦРУ, извините, это нельзя так делать. Во-первых, пускай господин Федоров на себя посмотрит, почему он с Обамой встречался. О, боже, с Обамой он встречался, с действующим президентом США. Вот так вот. А Стариков его пригласил на дебаты, он струсил, он болеет до сих пор. Он уже пару лет болеет, не может никак до Авроры дойти и со Стариковым встретиться. Тоже смешно, да? Поэтому Федоров навешал всех ярлыки. Его Федоров же бьет в грудь, что он человек Путина. А я задаю вопрос администрации Путина. А почему они за своим человеком в виде Федорова не следят? Как он в информационном поле поносит Старикова, Прилепина, таких больших людей. Ну да, и в том да, числе, да. Они, и в том числе меня. Они-то могут себе, им проще себя защитить, они большие люди. А я маленький человек. Мне бодаться с простым депутатом будет очень сложно. Вот и все. Конечно, можешь подать на него суд, но неизвестно еще, чем закончится. Конечно, у него депутатский мандат есть. Поэтому я считаю, если они бьют в грудь, что они главные патриоты, они не должны навешать ярлыки. Если человек этот агент ЦРУ, должны говорить, да, вот агент ЦРУ, вот бумага. А если не агент ЦРУ, не критикуй, но не навешивай ярлыков. Критика есть. Например, Михеев не то ляпнул. Mm-hmm. Не то сделал. Критикуй и факт. Ну да. С их роликов. Поэтому Федоров, это я надеюсь, что Федорова и НОД поставят с сентября на их место. То есть, какой их мягкая сила? Регистрация юридические. И тогда им нельзя будет такое чем заниматься. Вот и все. И еще, вот мы сейчас перешли на НОД, да? Вы же в Москве проживаете, и у меня информация от вас доходила, от других людей, то, что Гончарук со своей командой ходит, эти нодовцы, один из помощников Расторгуева, и занимается провокационными действиями. Какими? На Арбате гоняют молодежь, учат их жить, они, хотя им полиция не подходила, замечания не делают. Что можете по этому поводу сказать? Ну, во-первых, в Москве существует две улицы, которые являлись всегда и являются местом массового развлечения. Это уж так издревле случилось. Кстати, на чемпионате мира по футболу там очень много было зарубежных болельщиков. Вот. Есть люди, которые, модели, они мне тоже рассказывали, они очень сильно жалуются. Они не понимают, почему к ним нет никаких претензий. Они как бы, некоторые даже писали объяснительную жалобу в полиции на действия данных людей, потому что там действительно, значит, собираются, ладно, художники, это одно дело. Другое дело уличные музыканты, которые ведут свои блоги, которые перепевают песни. Многие, кстати, из них участвуют в шоу «Голос», как это ни странно, на Первом канале. Вот. А кто-то вот даже из них приходил, я помню, пел в стримах Народного фронта. Вот, тоже очень интересные люди. И вот как раз там идут вот эти вот танцы для записи коротких видео с участием вот как раз вот разных красивых дам, молодых. И вот, когда они начинают это показывать, имеется в виду там на фоне Кремля, там на фоне Никольской улицы, выкладывать это в виде соответствующих шортов, вставления в музыку, но они же не голые танцуют, они танцуют в определенного рода одежде. Если для молодежи одежда это какой-то, знаете, перформанс в стиле тиктокчного формата, который к нам пришел к Южной Корее в том числе, то дамы старшего поколения, они одевают такие строгие платья, и они, короче говоря, начинают там то ли фотосессии проводить, то ли это. Я к этому отношусь нормально. Я стараюсь их все время обходить, потому что понятно, что если мимо пройдешь, все равно ты будешь, кажется, мешать производству. Тем более, если человек заплатил за услуги фотографа и снимается на Никольской или на Арбате, то, естественно, ему нет мешать. У нас по закону это разрешено. Но там происходит то, что происходит столкновение, потому что одиночные пикетчики НОДА, они считают, что мы сейчас должны полностью вернуться
в парадигму вот этого вот советского мышления, и они учат молодежи, как жить. Понимаете? А молодежь нынешняя – это совсем другое поколение, они пока еще не до конца сформированы. Подростки по 17, по 18, 19 лет. И происходят вот эти вот столкновения на камеру и стыки, когда чуть ли не доходит до соответствующих вот этих вот полицейских рейдов. А полицейские рейды проводятся, задерживают только молодежь, которая ведет себя неадекватно. Но там действуют общественные движения, такие как «Стопхам» и «Лев против», то есть распитие алкогольные запреты продукции, а «Стопхам» борется, потому что у нас есть такая дурная привычка в автомобиле парковаться на пешеходной зоне, если хорошо, то эта молодежь, но она не представляет никаких особых опасных путей по причине вот этого вот ребячества. Но нодовцы считают это угрозой национальной безопасности Москвы, и они всячески постоянно, короче, их это, как это называется, кошмарят, гоняют. Поэтому я, как говорится, они мне потом пишут, рассказывают эти истории, я, конечно, охреневаю, блин, думаю, ничего себе вроде. И в то же время форма одиночного пикета, она не позволяет совершать какие-то противозаконные действия. Но в стримах мы это неоднократно видим, потому что это все транслируется в интернет-пространстве. Вопросами патриотизма надо заниматься, но такого патриотизма не надо заниматься, потому что это так, знаете, такая радикальная форма, которая вызовет у человека просто отторжение от того, что сейчас вот, собственно, происходит. Надо как-то более мягко, более с ним компромиссно, возможно, даже через какие-то определенного рода сообщества. Но вот этот вот человек, который в федеральные каналы... Это Вадим Гончарук. Да, Вадим Гончарук. Он так очень ведет себя, очень, как это правильно, знаете, радикально, по-фанатски. Особенно стоя возле вот этого вот телевидения, когда, понятно, приезжают машины и уезжают, и при этом обвиняя телевидение, то, что фактически программы, где вот я снимаюсь, куда приглашают других людей, они проплачиваются из американского посольства. Вообще, как это вообще? Нет, там действительно у нас, даже там есть разведчики, мне вот недавно Вассерман сказал, что у нас в наших, вернее, в СМИ есть действительно разведчики. И потому что он сказал, что есть даже, которые некоторые не скрывают. Это мне сказал Вассерман в одном из интервью, я ему задавал вопрос. Только он фамилии не назвал. Есть. Но атака, в принципе... Нам такое не надо. То, что они к улицам девочкам подходят, я считаю, что это явно провокационное действие. Представьте, так все будут подходить, но это же провокация, значит, как толкать народ нельзя. Понимаете, вот это не показывает, что они патриотично себя ведут. Могли бы как-то мягко объяснять, это раз. Во-вторых, как вы считаете, нодовцы имеют право тебя, ну, Юрий, да, меня учить идеологии? У них право нет. Есть на это? Нет. Они же юридически не зарегистрированы. Грамоты от Путина у них нет, полномочий нет. Даже меня полицейский не имеет права учить идеологии. Да. Он только имеет право сказать, ты не нарушаешь закон, по закону Российской Федерации ты должен себя вести. Я себя и веду. Вот и все. Кто будет нарушать, конечно, штрафы и тюрьма. Это понятно. Сначала они обязаны по закону представиться, показать документы, обосновать задержание и после этого уже требовать паспорт. Там тоже все сложно. Это понятно, да. Но когда человек нарушает, там начинает бить кого-то, там полиция быстро будет разбираться. А девочки просто танцевали. Да просто я посмотрел, у девочки с идеологией беда, волосы покрашены, я за это критикую, но подбегать, вот так вот риторик, агрессивничать, я считаю, это неправильно. Вопрос, а куда смотрит Евгений Алексеевич Федоров? Наверняка он знает, Гончарук знает лично Федорова. Он не только один из помощников Расторгуева, но и к Федорову имеет связи, поверьте мне. Я его прекрасно знаю, Гончарука. Вместе кофе пили. Я вместе с ним ходил на облавы на Вольне. Знаю. А он ветеран СВО или он просто... Я не знаю всей биографии, я знаю, что он гражданин Белоруссии. А, гражданин Белоруссии. Не знаю, получил ли он второе российское гражданство, это раз. По словам Рубена Буштунца, он бывший полицейский. То есть милиционер Белоруссии, как я понял. Вот, ну, это по словам Рубена Буштунца. А я не знаю, кто берет информацию, поэтому я утверждать не буду. Мужик сильный, но все равно...
извините, так себя вести нельзя. Я надеюсь, я вообще вам всем советую фотографировать и отправлять в полицию. Ну, любой человек, неважно, хоть он нодец, хоть пускай себя на лбу наклейку Путина наклеит, не имеет права он грубить, хамить и все такое. Что наш Путин кому-то грубит, хамит? Он даже с иностранными журналистами культурно разговаривает. Это, обратите внимание, как пытаются его вывести из себя, а Путин, он даже в интервью как-то говорил, что хочется порой жестко сказать, но я вот культурный человек, я, ну, ж представляю лицо при нашей страны, вот и все. Конечно. А Федоров лицо нода. А посмотрите, как он по отношению ко мне говорит, как по отношению к Старику говорит, Прилепину, ему все с рук сходит. Я вообще удивляюсь, просто наша власть заигрывает. А, кстати, Федоров наш-то не такой уж ярый патриот. Mm-hmm. А почему он только с 12 года начал патриотической деятельностью заниматься? Почему он в Роснане работал? Почему в администрации Ельцина находился? А когда Путин пришел к власти, его карьера стала скатилась до уровня простого депутата. Стариков лично приглашали в администрацию Путина. Его книгу видел лично Путин, награда есть. Захар Прилепин имеет орден и звание получил. А почему наш Федоров не получает ордена якобы за патриотическую деятельность в России? Вот вы как думаете? Да, нас тоже периодически награждают и Госдума, и Совет Федерации. И вас тоже. Да, 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 и это все приходит спонтанно и бывает иногда очень сильно приятно, вот, казалось бы. А вот людей федерального ранга и ранга старше, имеется в виду те, кто находится в системе Совета Федерации Госдумы, они, конечно же, подотчетны президенту. И президент неоднократно проводит церемонии награждений, и практически вот всех мы, ну, уже все имеют какие-то награды, звания. Вот. А да, Евгений Алексеевич в данной ситуации почему-то тоже вот не видно, даже вот из георгиевского зала, фотографии рядом с президентом или хотя бы получение хоть каких-то элементарных заслуг перед Отечеством. Хотя в его биографии там множество оказано вот этих ведомственных, как говорится, там регалий, но в данной ситуации мы вот этого вот ярких вот этих вот анонсов биографии мы не видим, потому что мы видим некую даже закрытость биографии, связанная тоже самое с личной жизнью. Вот, кстати, что самое интересное, вот я тоже для себя отметил, но это ладно, немножко сейчас отойду от темы, но это тоже вот такая интересная особенность. У нас же сейчас в стране развивается такое направление, как киберспорт, да, появляются игровые кафе, где люди играют в разные симуляторы, там начинают с спортивных, там и заканчивают каких-то стратегий, да, фэнтези, это то же самое, «Властелин колец», вот если раньше толканисты бегали на улице рыцарских костюмов в Москве. Вот раньше были игровые комнаты. Да, да, в детстве, то сейчас все ушли в онлайне. Вот, но самое интересное, появляются, как это сказать, общественно-политические симуляторы, которые способствуют развитию политологического мышления и плюс стратегии, связанные вот с разными эпохами. Там наполеоновские войны, Великая Отечественная война, и в то же время вот симулятор, к примеру, «День Победы» от наших разработчиков, который я вот сейчас скачал, мод на современность. Интересно мне стало, потому что там действительно показаны ситуации вокруг. Сейчас вот они делают дополнение касательно ситуации вокруг СВО, то есть огромное количество разных фракций, групп, связанных там с ЛДПР есть, можно привести к власти ЛДПР, будет монархия. Если приведешь к власти коммунистов, будет Советский Союз 2.0, там, то есть там Евразийский Союз тоже присутствует. Присутствует президент Путин, который там вот фокусы национальное отечество, там, начиная от Крымской весны, заканчивая тематикой СВО, и в первую очередь, конечно, ну, такие как бы стратегии, симуляторы, тоже там вот эти вот ситуации связаны с нашими разведками и так далее. И ты вроде выбираешь, за какую фракцию тебе, допустим, если ты играешь за Россию, в принципе, какой политический курс тебе брать. Честно сказать, я пытался найти Нот и Федорова. Я не нашел
в описаниях этого движения. И, в принципе, Евгений Алексеевич, ну, это как отдельную идею. Я пишу разработчикам, я говорю, а почему вы не включите нот? Потому что будет, ну, будет интересно, как будет просимулирована страна выглядеть при том, как если вот национальное освободительное движение победит. Вот интересно, какие задания откроются. Вы знаете, это как квест. Вот такая, знаете, настольная карточная игра, симуляторы и так далее. Вот. То же самое, вот, альтернативная реальность, что бы было бы, если Советский Союз бы не распался, например, тоже. Вот. И я вот задаю периодически вопрос разработчикам, разработчики меня игнорируют. То есть в данной ситуации они все политические партии, всех включают, даже вот евразийцев включают, там и Дугин даже присутствует в этой как бы фракции, а вот ноды Евгения Алексеевича Федорова нету. Я удивляюсь. Объясню, движение Дугина зарегистрировано? Угу. Нет, юридически регистрацию имеет Дугин? Да, 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 с 97-го года еще даже. А нота не зарегистрирована? Зачем их пиарить лишний раз? Я уверен, что крупные СМИ наши, почему не приглашают сейчас Федорова на телеканалы? Ну, так часто, как раньше. Угу. Вообще практически нет, потому что он в свое время с ними поссорился. Нот не регистрируется. Я когда еще был в ноде, задавали мы Федорову лично вопрос, а почему вы не проходите регистрацию? А он всегда говорил, сейчас, я сейчас первое скажу его высказывание, потом второе, когда я был в закрытом, мы записывали, у меня даже оригинальный ролик есть. Вот, и мы ему задали вопрос, ну, часто ему задавали в прямых эфирах, а он говорит, а нас начнут финансировать, ну, эти ЦРУшники могут прибежать там, и все, которые в регистрации имеют у нас, ну, в России, да, движение, партия, они все, короче, подконтрольные американцам. Вот так он заявил. Вы хотите, чтобы мы так же были? А потом, когда мы в закрытом стали, в кулуарах, я так жестко на Федорова наехал, ну, не просто, ну, говорю, а почему все-таки нам не зарегистрировать нот, вам, типа, не быть таким, как Миронов, ну, таким, более ну, таким. Да, 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 да. А он мне задал вопрос, а вы хотите моей смерти? Федор сказал, я говорю, нет, конечно, Евгений Алексеевич, и не хочу вашей смерти. Ну, поэтому и не надо. В общем, всегда увиливает. Он говорит, я тогда стану мишенью, ну, это бред какой-то. Слушайте, наведите себе охрану тогда. Если он действительно нужен нашей стране, Федоров его будет охранять. Ну, это вот, они не хотят регистрации, поэтому движение, ну, не хочет быть юридически зарегистрирован. И я только сейчас начинаю догадки наводить. А почему они не хотят быть зарегистрированы в ноде? Вот давайте с вас начнем. Вы должны догадываться. Вот у вас есть институт, да? Я в партии состоял. Если тебе юридическое лицо позволит проводить вот такие же мероприятия, как Гончарук, уверяю, их могут штрафануть на большие деньги. И плюс, если постоянно такая фигня будет, их просто могут даже НКО закрыть. Да, поэтому мне кажется, им это выгодно. Раз. Потом, помните, тоже, вот смотрите, Федоров наклеил ярлык Прилепину. Ну, подал суд на него, да? А он же не зарегистрированное лицо. Он как на депутата подал, да, например? Вот. Все. Или на физлицо подал. А удар будет по всему ноду. Пока удар по ноду тоже произошел, да? А нода цене любит об этом говорить. Они, знаете, как говорят? А сейчас мы дадим. Вот, то есть Федор будет уже следить за своими словами. Сильно будет следить. Сейчас он, кстати, уже не так звонко говорит, да? Прищемили ему язык. А когда он юридически будет, да, зарегистрирован, а там уже лицо, вопрос станет, а зачем нам такой руководитель в ноде? Федоров может подшатнуться, его пост убрать и поставить друга Иванов Сидоров, да? А потом еще, если еще глубже копать, смотреть, юридическое лицо, когда зарегистрировано в Минюсе, и государство следит, да, дает плашки, тебя приглашают туда-сюда, но ты за собой следишь, ты не сможешь говорить, Сидоров преступник, без суда следствия. Если ты говоришь А, покажи Б. То есть уже и ответственность, и получаешь почет. А, видимо, их устраивает
вот это. Мне вообще кажется, что НОД создали для того, чтобы просто бегать по улицам, как дикари и все остальное. Да, НОД несет правильные вещи, я не спорю. У нас в стране надо бы менять конституцию, идеологию, все, Федор говорит правильно. Но зачем это делать через провокационные действия? Они этим хотят народ разбудить. Я вот выхожу на улицу, спрашиваю НОД, кто... Кто говорит, я этих не знаю, а кто говорит, знает, а эти клоуны что ли, я них только негатив слышу, кто знает нодовцев. Извините, это же неправильно. Вот вы скажите плюсы и минусы, еще раз повторите, для нода. А минусы, они заключаются в отсутствии вешания ярлыков и без доказательных публичных обвинений, потому что штрафы для юридических лиц, они в 2-3-4 раза выше, чем штрафы для физических лиц. То же самое сейчас в рамках зарегистрированных средств массовой информации нельзя вешать соответствующие фейки. Вот, допустим, Рубен вешает про нас фейки, да? А он не должностное лицо, он не журналист. Но максимум там могут там рублей 200 до 300 там оштрафовать, и то, если мы, например, пожалуемся. Вот, собственно, минусы в чем заключаются? Минусы заключаются в том, что получаешь огромное количество штрафов, если вешаешь ярлыки и не соответствуешь законодательству. Форму отчетности, в принципе, сдавать несложно, она сейчас в электронном виде. Открытая бухгалтерия должна быть, как минимум, да. И плюс, значит, что еще я хотел отметить, вылетело из головы, но понятно, что соблюдение законов, и налоговые соответствующие проверки. Плюсы, система регистрации упрощенная. Можно участвовать в федеральных соответствующих проектах инициатив, и если ты зарегистрировался в Москве, мэрия начинает тебя в этом отношении грамотно курировать, начинает вопросами предоставления помещений, то есть некоторые даже не имеют своего офиса и уходят на аутсорсинг, потому что это очень сильно, собственно, удобно. И в то же время доступная бесплатная типография и бесплатные мероприятия и различного рода продвижения. Даже выделяют отдельные ковровые зоны на территории Москвы, где отдельные взятые некоммерческие организации могут проводить свои пикеты, выставлять свою продукцию, вести свою агитацию абсолютно легально, и ни одна полиция, ни один патруль к этому не прикопается. Но если, например, имеется какое-то уличное. В то же время и печатание флаеров, газет, журналов и так далее. То есть там огромное количество плюсов, и плюс действительно, ну, можно иметь печать, можно не иметь печать, можно поучаствовать в каких-то грантовых сферах там и заключать соглашение. В общем, так вот. Поэтому я им и сказал, что, коллеги, мы можем с вами только пока в рамках, допустим, вы по информации можете к нам прийти, но в рамках грантовой деятельности вы не зарегистрированы, очень сложно будет это сделать. Но вашу целевую аудиторию мы, в принципе, можем подучить, мы можем из них сделать действительно аналитиков, обозревателей, журналистов, тех, кто понимает природу, специфику информационно-когнитивных войн, но с позиции наших площадок, то есть к нам. Приходите, пожалуйста, в гости. Вот. Именно по такой форме я, как говорится, на эту тему разговаривал, соответственно. А остальное дальше это все абсурд, потому что я считаю, что обижаться из-за того, что я мог бы задать вопрос насчет сотрудничества, насчет Руслана и убегать в БРИКС, ну, мне кажется, это некрасиво. Ну, это непонятно, да. Да, непонятно. И даже если они юридически зарегистрируют, черный список им придется удалить. Вот видите, да, опять черные списки тоже неприемлемо, да, в данной ситуации. Вот смотрите, я вышел из партии, да, «Справедливая Россия». Меня ни один член партии не назвал предателем, потому что я агент ЦРУ и все остальное. Но это абсурд, конечно, что сделает НОД, вот и все. Поэтому из НОДа люди бегут, очень пачками, очень много людей ушло, и даже из больших людей, так и Киселев, и Стариков. Вот, поэтому с этим беда у движения НОД. И провокационные вот эти всякие мероприятия. Пикеты тоже можно проводить, ничего в них плохого нет. Стой. Нет, а зачем они вот так провокациями? Они же ходят, прямые эфиры снимают. И, кстати, нельзя к человеку подходить, не представиться и получить разрешение на видеосъемку. Вот и все. А тогда девушка ему вот так вот рукой сделала, я считаю, правильно сделала. Она, в принципе, даже если он бы уронил свой телефон там, она бы ему и не платила бы, я так думаю. Там была бы обоюдка. Да, была бы на самом деле обоюдка, и, в принципе,
Объяснительно бы тоже бы учитывалось, в общем. Так что достаточно очень интересно, потому что действительно вот этот формат, мне кажется, уличный, он уже потихонечку, имеется в виду, угасает. Но проблема в том, что действительно либералы ушли, пришли как бы у нас ура патриоты, теперь заняли все улицы, и мы, конечно же, от этого тоже охреневаем, в принципе, с точки зрения. Ура, патриотизм, вот эти все, даже которые движение поддерживают нашего президента, это неплохо, но я считаю, они должны быть юридически зарегистрированы. Как вы можете сказать то, что Вассерман сказал, но не надо регистрировать? Ой, я в этом отношении немножко его не понимаю, потому что он же человек, который находится теперь в официальной системе, и он наверняка участвует в разработке огромного количества поправок, инициатив, которые направлены на стабилизацию не только нашей экономической повестки, но и нашего некоммерческого сектора. Поэтому депутаты Государственной Думы, они первые бьют в грудь о том, что необходимо соблюдать закон и необходимо это юридическое вот это обоснование, да, деятельности, что самое интересное. Вот приходишь в Госдуму, задают, тебя задают вопрос, вот юридически вы зарегистрированы, что из себя представляете? Вот. А Анатолий Александрович немножко мыслит иначе. Вот, в принципе. Но он как сказал? Он говорит, я, говорит, считаю, что регистрация, она должна учитывать интересы самой организации, это их внутреннее дело. Да, я согласен, это их внутреннее дело. Но в данной ситуации государство, если вот совершаются какие-то вот эти вот фанатские поступки, вот как было раньше с ультрасболельщиками, да, государство посмотрело на эти постоянные драки, этот идиотизм, вот эти вот пивные ларьки, и приняло решение ввести карту ID болельщика. Все, совершишь какое-то правонарушение на трибуне, тебя тут же, короче, по ID, номеру все вычислят и будет ответственность. Так и тут, соответственно, с ура патриотизмом надо бороться только с позиции законодательных инициатив и ужесточения контроля за соблюдением закона. Все, да. Тем более хотел бы вам напомнить и нашим зрителям, они же не просто Пепси ходят рекламируют, они все-таки рекламируют лицо нашего президента. Они Да. ссылаются на его поправки, на законы, даже на конституцию, которую надо менять. Они все-таки работают в правовом поле, в политическом поле. Значит, должна быть дисциплина. А чтобы человека или организацию привить к дисциплине, нужна юридическая регистрация. То мне некоторые нодовцы говорят, но типа ты получишь законы, движение не обязательно регистрировать. Я этим неучим нодовцам сейчас поучу. Я все-таки юрист, я все время работал помощником адвоката. Я, по-моему, где-то по судам раз 100, что ли, бегал. У меня судебная практика есть, поверьте, и законы я тоже знаю. Движение нас пока на сегодняшний день можно регистрировать, можно не регистрировать. Я не говорю, что 100% там записано надо регистрировать. Я этого никогда не говорил. Я говорю, что я хотел, чтобы все движения были зарегистрированы юридически. Это разные вещи. И движение по закону можно зарегистрировать, потому что в законе прописано, не Да. помню номер статьи, там прописано, что движение может быть как и зарегистрировано, как не зарегистрировано. Я и прошу администрацию Путина, то, что вас недавно тоже уведомили, что будут нот, вообще те организации, которые занимаются политическим вопросом, и даже, наверное, и другим вопросам, будут регистрировать. И это правильно. Потому что, представьте, нот зарегистрирован сегодня, да? А Гончаруку уже нельзя будет ходить и приставать. То есть Конечно, он да. даже будет, во-первых, почему он журналистское удостоверение не показал? Он журналист еще нацкурса. А? Почему он не показывает это удостоверение? И где вы видели, чтобы Соловьев или наших медийных Симонян там, и, ну, наших крутых Скобеева бегала по улицам и кому-то представала? Вот я это понять не могу. Они это делают грамотно и красиво. А я смотрю до дотовцев, извините, я смотрю, да, ну, как Киселев тогда сказал, помните, еще много лет назад, ну, как у Балишоны вы себя ведете, некрасиво и дикарство, поэтому народ и не воспринимает нот. Они считают Федорова как клоуном и такое же движение. Хотя Федоров действительно говорит неплохие вещи, но он и сам себя ведет агрессивно в порою. И вот его последователи. Все-таки
Вы верите, что он исправится, если они юридически зарегистрируют? И вообще, или им все спустит с рук? У нас эта проблема взаимодействия, она существует с 2015 года, я это прекрасно знаю, прошло очень много уже времени с того момента, и вот это вот ребячество, оно остается, поэтому здесь, конечно, в этот процесс должно вмешиваться государство, мне кажется, и... А иначе никак, потому что вот это ребячество, попытки как наладить какого-то конструктивного взаимодействия, оно действительно вот у нас проблема давно сохраняется на примере Москвы, то есть я вот тоже постоянно за этим наблюдаю, соответственно, вот. Ну, я пытаюсь об этом как-то разговаривать, как-то доносить, они мне там что-то пишут, говорят, что там... какие-то лозунги там бывает, иногда мне присылают аудиоролики, там то, что это движение, как бы, ну, вот, то есть, Путин, армия, народ, вот победа, победа... Это они придумывают. Движение нот. Я говорю, блин, ребята, при чем здесь армия и Путин? Я говорю, я же вам говорю о проблематике, ура, патриотизма, вот, короче говоря, и все, там надо провести чистки, надо у вас тоже провести чистки, вот. Где ты живешь, у тебя там на районе тоже надо провести чистки. Я говорю, да у меня вроде мусор выводит, вроде тут дворники убирают, говорю, в принципе, спасибо за заботу. Нет, вот недавно ко мне даже на район они приезжали своим этим... По-моему, эта машина, она уже везде присутствовала. Она даже приезжала в гости. Я же вам, помните, если вы подписаны на мои ресурсы, ко мне в район, давайте еще ее уделим. Мне вот просто сообщили люди, что где-то 20 минут ходьбы от моего дома стоит машина. Сама теперь. Я быстренько собрался, побежал, сделал материал, даже потрогал. Мои руки прикоснулись до сармата. Красиво сделали, по-моему, на девятку или на восьмерку повесили машину, вот эту ракету. Все красиво сделано. Но меня смущает одно. Почему они вот этим годами ездят и просто ребячеством занимаются? Вот я считаю, что побузили, порекламировали и забыли. Что-то Соловьев тоже поугарал над ними, да? Чуть-чуть порекламировал. Все. Иногда надо Западу показывать, типа, таких вещей, как Сармат. Я не против. Но зачем годами ездить? Кто-то их финансирует. И они же должны как-то семьи свои кормить. Ну, я не понимаю. Вот вы все-таки считаете Сармат-Мобиль провокационное действие? Надо же закрывать эту лазейку. Да мне кажется, что если на каких-то там мероприятиях, типа байк-шоу, которые проводят «Ночные волки» в Севастополе и Волгограде, пожалуйста, там не только «Сарматмобиль», там и танки ездили, немецкие, советские на эти шоу, и автопробеги, но это все нормально. Но она, эта машина-то постоянно вообще гоняет, то есть она везде присутствует, во всех рядом с учреждениями, там по области, вот сейчас, блин, как-то они до Казани доехали. Потому что он в Казани живет. Это был Гарифуллин, скорее всего. Казани. Я его знаю. Кстати, сегодня Гарифуллин пополнил мой список. У меня там было 20 с чем-то людей. Но у меня аппетит вырос, так как они перенесли с одного черного списка в другой. Там у них всего 13, по-моему, человек, а у меня до 40 вырос. Да, казанский человек не соблюдается, походу, действительно, проблема черных списков. И я вот рад, что это, наверное, немножко бутафория, потому что если бы это, извините за выражение, была огромная бы петарда или какая-нибудь там, знаете, зажигательная, это было бы очень-очень-очень опасно. Вот. Не, я представляю, не выводит этот Сарматмобиль, запускает эту ракету, и там оттуда конфеты выходят, там какой-нибудь фейерверк. Конечно, но все равно тоже пиротехника, она тоже безопасна. Но действительно, вот некоторые мне даже жаловались, водители, которые вот перевозили людей по тем или иным телеканалам, говорят, она очень сильно закрывает нам обзор, когда они устоят, говорят, некоторые не могут ехать в ворот, там даже телецентра Останкин и так далее. То есть огромная соответствующая проблема. Вот я тоже, вот когда приезжаю на КПП-17 или центр Останкина на машине, нам же выделяют автомобиль до поездки, постоянно вот движение нот, постоянно вот возле КПП-17, блин, водитель там орет, дайте, как я не знаю, припарковаться, я, блин, выхожу, и мне приходится, знаете, вот так вот их обходить,
заходить в подъезд и только после этого регистрироваться, учитывая то, что там все-таки сотрудники тоже ФСО присутствуют. В общем, вот так вот. Так что, как говорится, везде, ну, самое сейчас самое активное место пикетов – это возле Госдумы и возле памятника, соответственно, маршала Жукова. Вот. Ну, конечно же, я считаю, надо им заканчивать все вот эти... Не должны вот эти сарматы ездить постоянно. Даже можно было бы, чтобы по городу не ездил постоянно, а где-то стоял на одном месте. Или на ВДНХ, что типа этого. Ну, не ездили по всей России. Это попахивает клоунадством. И все равно эта ракета мешает ездить. Это все равно создает правила. Хотя я с Вассерманом тоже не согласен. Он считает это нормально. Машину можно зарегистрировать в ГАИ и все. Давайте тогда всем водителям разрешим, и автобусам будем сармат вешать. У нас будет авария, я вас предупреждаю, потому что будет обзор, все нам будет мешать и все. Это клоунадство. Все, что делает Федоров, это клоунадство. И просто они показывают, они хотят быть ярче всех. А почему машина Соловьев наш журналист, да, который ездит на СВО, и тоже не использует сармат-мобиль? И Скобеева. Они это же не делают, потому что они все-таки более серьезные люди. Мне кажется, ну, это, знаете, сидят в детском песочнице и хотят быть круче взрослого дяди. И поэтому они себе ярко показывают, чтобы дядя их на них обратил внимание. А дядя это кто? Соловьев? Ну, иногда замечает там какой-то, пробежал. Поэтому, а Федоров пытается хайпануть, я так считаю. Мне понравилось, как они возле Центрального банка, мне это, значит, представительница пресс-службы ЦП, ну, тоже девочка, тоже, ну, мы как бы тоже с ней общаемся, вот. Я говорю, там, готовься к будущим дебатам, говорю, потому что, говорю, тут есть у нас эксперты, которые, мягко говоря, критикуют политику Центрального банка. И вам нужно очень сильно подготовиться, а так, в принципе, да, будем сотрудничать. Она мне рассказывает, блин, пипец, у нас там, короче, такая дичь происходит, что иногда не поведаешь. Я говорю, что случилось? Да, говорит, это, приходят нодовцы, хреначат умную колонку ставят, вот эти колонки вокруг Центрального банка, и как начинают эти петь песни, мы живем в оккупации 91-го года, ЦБ пошел-то нафиг, короче, знаешь, это дискотека, короче, говорит, у меня, говорит, уже уши болят, там они так орут, короче, с микрофонами танцуют, вот, я говорю, ну пришли, посмотрю, прислала видео, да, действительно, там возле ЦБ песни поют, вот. Нет, действительно, мы в полной оккупации. Я, кстати, я смотрел с ним документальный фильм. Там не только про ЦБ говорят, а там американские вот эти, не наши эксперты, а иностранные, говорят вообще мир в огряз в этот, как он называется. То есть из нас лепят сейчас определенные люди, как хозяева денег, говорит Валентин Юрьевич. Они вот эту долларовую систему они придумали, и они делают мировое господство под себя. То есть они все центральные банки, там один американский эксперт, по-моему, или британский, неважно. Он сказал, они все подчинили под себя, все банки мира под ними лежит. То есть вот это все, вот это ФРС, вообще непонятно, чем занимается. ФРС тоже погряз в таких вещах, что... Через ними и Америка крутит. Да, это правда, я не спорю. Но вот таким зубастыми методами не надо делать. Надо, наоборот, уходить на нашего действующего президента и правовым вопросами задавать, выходить, и чтобы это выходило, понимаете? Ну, нормально, чтобы мы выходили из этого. Путин знает все эти наши проблемы. Я и Вассерману задавал. Он тоже все это понимает, полностью поддерживает. Но Вассерман говорит, он мне так сказал в интервью, что мы пока еще не готовы. Катасонов тоже не понимает, почему наши... Ну, он тоже понимает, что есть люди, которые тормозят, да? Но он тоже в этом плане мне сколько раз говорил. Действительно, проблема есть в экономике. Экономика всего мира лежит под Рокфеллерами, под влиятельными людьми. Ну да, да, теория золотого миллиарда, кстати, об этом говорил президент в послании Федеральному собранию, и неоднократно он даже говорил о концепции золотого миллиарда, и это действительно стало интересным соответствующим обиходом.
Плюс есть сложности. Движение нот говорит возврат к границам 45-го года. Хорошо, да. И мне кажется, что если провести референдум о воссоединении бывших территорий, 97% людей на улице скажут «да». Да я сам тоже за такой подход. Но проблема в том, что там сформировались свои элиты, которые хрен передадут свои, как говорится, свои экономические и национальные интересы в руках Москвы. Я говорю, Евгений Алексеевич, я помню, задавал вопрос, я говорю, Евгений Алексеевич, у нас такой вот есть такая проблема, почему я пропагандирую, занимаюсь евразийским проектом, потому что мы это делаем аккуратно. А он тогда, ну это было давно еще, по-моему, где-то мы на эту тему даже общались, а он говорит, а что вы занимаетесь? Хероните их бомбами, и все. Я такой, блин, ну как можно по Астане, по Минску бахать бомбы? Ну что? Такого плохого, короче, надо брать насилием, да, вот этот фокус завоевания. Я говорю, да не, вы что, опасная инициатива, вот. Но зато, говорит, американцы делают антиукраину и пытаются этот, имеется в виду, оторвать. Я говорю, так я с этим не спорю, но если мы будем делать все так же, то ничего хорошего от этого, собственно, не будет. Но это был еще давнишний соответствующий спор. Кстати, мне потом еще Радио Нот благодарило, что я острые вопросы задавал Евгению Алексеевичу. Я говорю, да это спонтанно получилось, мне же интересно, вот. А он там сидит, печатает что-то в телефоне там или в планшете и, знаешь, как-то отвечает на вопросы, при этом отвлекается на другие вещи. А хотите, я вам секрет открою? Ага. Она была корреспондентом, она с языков, тоже мы, я всегда, я по 7 минут всегда задавал вопросы, поэтому со мной проблем не было. А когда появился Рубен Буштунц, начал задавать неудобные вопросы Федорову. Языков нам потом сказал, все вопросы записывайте, и мне через мою копирочку будем задавать. То есть уже боялись Федору давать неудобные вопросы. Вот. Это было в ноде. Я считаю, это неправильно. Я вот когда беру интервью у Керби, у Котасона, у Вассермана, меня вообще не просят предоставлять им вопросы. Я им просто говорю. Нет, конечно, какой-то проект готовлю с Валентином Юрьевичем, чтобы он был готов, да? О чем буду говорить? Он мне всегда отвечает. Все, чтобы не мылить. Вообще, он мне никогда вопросы не подготавливал. Особенно Вассерман, куда надо, по горячим темам, да? И мы проходимся. А Федору тогда уже начали циркулировать. То есть уже был сигнал от Федора, уже не знаю, от кого ушло, что нельзя. Вот так вот. Поэтому Федоров это быстренько тоже прихватили. Федоров, вот смотрите, с Путиным, вернее, Путин с Минском. Мы же аккуратно все это делаем. Конечно, еще аккуратно. Уже, кстати, в этом году, по-моему, была информация, что мы уже объединимся официально. Да, процесс Белоруссию было. Реинтеграция идет, да. Да, да, да. Уже говорят, в этом году все закончится. Вот где-то осенью, по-моему. Или Лукашенко, кто-то из видных людей это сказал. Поэтому, если бы Путин так бы действовал, как этот наш Федоров, я думаю, мы бы воевали не только с Украиной, а со всеми. Конечно, то, блин, так, все так делать нельзя. Да. Сил, как вам объяснить, мы должны любя это брать, но люди к нам примкнут по советское пространство, потому что будет, как пример, с Украиной, не дай бог, потому что Запад все равно будет точить зубы. Либо они будут под нами, а мы им всегда добро даем. Когда все республики находились под советским, или под царской короной, или под Советским Союзом, они сохранились благодаря нам. Мы их культуру не уничтожали. А посмотрите, куда американцы заходят. Культура просто уничтожается, вырезается. Да. Что с Ираком стало? А мы куда заходим? У нас везде стройка идет. Мы Сирии помогаем. Нас там тоже любят, встречают. Поэтому они все равно будут с нами вместе жить. И я думаю, когда мы... Все равно, вот сейчас же предсказания же есть, там СССР 2.0, все равно какое-то такое соединение. И я думаю, что будет с новыми требованиями, правилами. Конечно. Поэтому я думаю, даже не только по советское пространство будет, а там могут же и Болгария к нам примкнуть, часть Европы. Конечно. Почему бы и нет? Конечно. Мы сейчас, видимо, раскалывается общество, Запад уходит туда, а евразийство, а мы хотели напомнить нашим подписчикам, Россия находится в очень интересном месте, и Европа, и Евразия. Да, да. К нам евразийцы придут, и европейцы придут. Да,
Да. Мы живем в время эпох перемен. Да. Я думаю, эта эпоха перемен будет на созидание, а в те годы было на разрушение. И может даже Австрия объединится, Чехословакия со Словакией объединится. Поэтому эти все страны, которые мы сейчас имеем, они были специально разделены, разделяя и властвуют, как говорится. Поэтому Федоров, я считаю, агрессивную риторику несет. И поэтому я вообще считаю, что неважно, какой бы у нас, если ты стал депутатом, чиновником, даже если ты какое-то движение ведешь, я считаю, что за ними власть должна следить жестко и четко. Потому что это блогер что-то может ляпнуть, да? За ним миллионы граждан не идет. А у нотовцев есть все-таки люди, у них все-таки есть свои СМИ. И я считаю, их должны жестко регулировать. Вот и все. И вот этот произвол должен исчезаться. Ну, это на эту тему можем в других роликах поговорить. Обязательно, да, потом обязательно еще больше раскроем тему, тем более мы даже вот заканчиваем как раз на тематике вот евразийского пространства, тоже очень при следующей среде уделим это внимание, потому что я 9 лет представителям НОДА об этом рассказываю. Я их просвещаю 9 лет. Я очень много эфиров был на радио НОДе еще с Волнорезом, да. Я и 2 мая говорил о евразийстве и так далее. И они в курсе, они знают мои цели и задачи, наши цели и задачи. И они, в принципе, это единственное, как бы лояльно к этому понимают. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, что этот диалог, если он действительно вот состоится этой осенью, это будет вообще выгодно, наверное, всем позициям. Это первый момент. И второй момент, вот касательно критики, действительно, критика от депутата Государственной Думы, она не должна в плане вешания ярлыков. Да, она имеет поверхностный момент и так далее, но в плане того, чтобы там как-то переходить для личности и так далее, это действительно очень сильно лишнее. Вот. На Рубена я не обижаюсь, потому что его критика, она как заезженная пластинка, он не подотчетный государству, он имеет право там, имеется в виду, высказывать все, что думает вот, в данной ситуации. Я видео делал, в принципе, тоже такое юмористическое, не с целью там оскорбить его, а с целью просто посмеяться там с какими людьми он мне когда-то, собственно, знакомил. Но это такое, знаете, юмористическое шоу, такая соответствующая нарезка по былым воспоминаниям. И все. А в данной ситуации, да, в данной ситуации, конечно же, я призываю внимательно изучать тоже вот эти все геополитические аспекты и евразийского проекта, и вообще создавать огромный такой совет, куда бы входили бы все видные деятели с телевизора, которые действительно вот как раз готовы работать в этом отношении. То есть, да. Вот. Но они, опять же, я говорю, пообещали, они сказали, что с сентября месяца начнут вот эту действительно сильную игру, и я буду очень сильно следить в Москве, как это все происходит. Вот. Поэтому Рубен искажает правду. Вот, например, он меня обвиняет, почему вот я предатель, вышел из НОП, потом я предал и партию. И все ага. Все. А тут он себя забывает, сам менял несколько партий. Это вот так вот. Это вот первое. Второе, а почему он не говорит причину? Да. Вот, всегда должна быть причина. Вот если ты сказал, и он вышел, озвучь причину. Почему? Рубен этого не озвучивает. Потому что нодовцами начали просто за мою критику, за добросовестную критику. Я же там преступлением в ноде не занимался. Прежде чем меня просто от этого начали убирать. Я, конечно, как человек обидчивый, любой человек обидится, который всю силу тратил на движение, и так с собой ведут. Потому что многие люди уходили, обижались, и даже некоторые ролики делали. Просто я всех их переплюнул. Я всю правду выложил в интернет. Чего Федоров испугался? Я так считаю, мне же говорили, а зачем ты ссоры из избы выносишь? А я говорю, а зачем вы меня обижали? Я ему говорю, а? А почему вы скрываете проблемы НОДА? А пускай знают люди, вы же говорите, что мы открытая организация. А я считаю, они закрытая организация. Нет. Поэтому очень много людей ушло из НОД. Поэтому вот эти все причины Федоров и Рубен не озвучивают. А вот но самого... Они тоже, да. Тоже, вот тоже мне звонят, периодически пишут, говорят, Юрий, ну вот то, что происходит между нами и Русланом,
Это наше сугубо личное семейное дело. Семейное! Просим вас не давать никакие оценки, просто отойти в сторонку, мы сами выясним друг с другом отношения. Я говорю, ребята, я бы с удовольствием отошел в сторонку, но, во-первых, была встреча договоренности в Казани раз, которые соблюдены одной стороной, но другой стороны соблюдены. А во-вторых, формат посредничества, вы должны сами прийти к компромиссу, а вы за это время... Вышло в отношении вас огромное количество роликов, огромное количество видео. Вы не то, что не позвонили, вы никак не среагировали, никакой контакт не вышли. Я говорю, ну это лично семейное дело, потому что он наш бывший брат, это наши семейные отношения, и они как бы внешний контур не касаются, мы сами разберемся. И тем более, вот как мне, значит, объяснил когда-то Рубен, он сказал, Юрий, ты понимаешь, что таких, как Руслан Михайлов, вышло за этот год больше народа. И, может быть, Евгений Алексеевич всех забыл уже. Во-первых, так сильно прозвучать, как я, это были единицы. Я был очень ярким корреспондентом в НОДе, который вышел не сразу с из телеэкранов НОДа, а я начинал с пикетной деятельности. Я был хорошим пикетчиком, в массовых мероприятиях участвовал, а потом я резко стал в корреспонденцию ушел. Вот и все. Поэтому я был среди нодовцев самым видным, один из видных людей по своей республике. Поэтому просто так меня закрыть. А, видимо, нодовцы хотят просто забыть это и, как сказать, когда никто об этом человеке не говорит, он резко теряется из СМИ. Они думали, что я утрусь, я буду молчать, но меня, ну, Бог видит. Я много трудился, и мои ресурсы всегда поднимаются. То есть я говорю о себе, даю понять. Вот что самое интересное. Со мной все спикеры работают. И я еще делаю материалы мои. Меня смотрят. А Рубен Буштунц, кстати, я хочу его даже похвалить. Он хорошо берет интервью. Да, были у него провалы. Я показал, кстати, ролик, чтобы все знали, что он не такой уж, он крутой журналист. Он тогда провалил. Он до этого еще брал интервью у Катасонова. Один раз там, по-моему, был. А это второй раз. Мне тогда сказали, мне тогда Валентин Юрьевич сказал, я хочу с вами, чтобы вы там в трио были. Вот. И он провалил прямой эфир, после чего был скандал у нас в радио НОД, который управляет Нургалиев. Спросите у Нургалиева, что тогда произошло. Обязательно, кстати, на эту спросите. Тему говорим. Нет, тогда Валентину Юрьевичу я лично звонил, извинялся. И он мне тогда сказал, а что у вас такой зарубежный корреспондент, чтобы он больше у меня не брал интервью. Я буду только вам давать, Руслан Михайлов. Все, я передал эту информацию Максиму Нургалиеву, и больше никто не тревожил Валентина Юрьевича, только я брал интервью. Потому что Валентин Юрьевич четко сказал, я хочу давать интервью Руслану Михайлову, ну, из вашего телеэкрана. Все. И я у него брал, и по сегодняшний день беру. Мы с Валентином Юрьевичем в хороших взаимоотношениях, я ему даю высказаться, я никого ярлыки не вешаю, даже бывает, где-то я с ним не соглашаюсь, я ему это в лицо говорю, прямо, мягко, ну, мы весь с ним улыбаемся. Посмотрите на мои ролики последние, даже где большое интервью, где мы вместе с ним смеемся. Вот, ну, у нас есть общие взаимоотношения. И он тоже нот не понимает. Он тоже не понимает вот эти вешние ярлыков. Вообще Валентин Юрьевич хороший доктор экономических наук, профессор. Да не, нотовцы должны его к себе приглашать и давать ему нормально говорить, а не вешать ярлыки. Да он имеет право критиковать любого человека. Да он критикует Путина, критикует Набиуллину и правильно делает. Он же не говорит, что он на ней такие плохие люди. Он критику пытается донести, чтобы это все исправлялось. Вот и все. Поэтому нельзя. Вот нодовцы, они себя губят из-за этой критики. Из-за, вернее, это не просто критика, из-за навешивания ярлыков. А касаемо меня, они просто пытаются меня закрыть. А им не получается. У меня везде ресурсы есть. У меня уже платформа сейчас на бета-тестировании. Уже больше 100 подписчиков у меня. А Рубен говорит, что я себе накручиваю просмотры, там еще что-то. Что за бред он говорит? Что за бред он говорит? Он, у него никогда харизмы не было, он не умеет делать ролики. Его всегда за это критиковали в ноде. А я умею делать ролики.
У меня свое есть. У каждого человека есть дело, ему это нравится. Вот и все. И дело лучше получается. Рубен неплохой журналистом был. Он в день по 5, по 7 интервью брал. Я не спорю, нормально, он потом язык отточил. Но тогда он обделался с Катасоновым. Так обделался, что Катасонов обидится, разозлился. Это да, так не должен так журналист так себя вести. Не должен. И у Нодовца такая черта была в те годы. Надо было давить на спикера нодовской повесткой. А я когда первый раз взял интервью у Валентина Юрьевича, я с ним был тоже не согласен по Конституции. Тогда у меня тема вышла. Я его мягко. Я с ним мягко обыгрывал эту ситуацию. Он на меня не обижался. У нас с ним как бы это получилось. Интервью, дискус. И он дальше согласился со мной работать. Я его пистолет к виску не подтягивал. Он сам со мной. И Керби также. Рубен со всеми рубит. Зачем доводить Керби до этого? Я материал мне скиньте, я хотел бы посмотреть. Я, наверное, Керби напишу. Что-то да, может. Пускай пришлет, потому что, не, ну, я тоже поищу. Я Керби напишу. Да, по соцсетям. Керби, это добрейший человек, поверьте, добрейший человек. С ним можно и поспорить. Ну, да можно, зачем, конечно, тем зачем, более это РТ. Он нормально реагирует, да, но ну, зачем он так относится, Рубен, я не понимаю. Вы вообще добрейший человек, я таких людей еще давно не встречал. Вот самый такой. Федор тоже неплохой человек, он тоже добрый. Но тоже он порой может тоже выплеснуть. Если человека как так. А Рубен пытается как провокатор себя ведет. Mm-hmm. Ну, со мной касаемо Нода, вам вот поэтому этот ролик и сделал касаемо меня. Ну, все-таки на пару слов о Ноде будем уже заканчивать наш прямой эфир. Потом мы, мы больше детально заговорим о евразийстве. А как наша страна должна идти, по какому пути, и, естественно, как мы сами граждане должны меняться. Да, последующий эфир посвятим полностью этой тематике. Там понятие суверенитизация, понятие территориальной целостности, понятие философии, понятие права, понятие геополитического вектора. Я думаю, будет это очень интересно, в принципе, посмотреть нашим зрителям. В целом, и я, как говорится, это все анонсирую, расскажу по полной программе. Вот. А касательно тематики Нода, опять же, все находится в их руках. А если государство обязуется, значит, должны сделать. Если такая тема и дальше будет продолжаться, никакого конструктива, а только вот то, что мы с вами видим, к сожалению, это будет печальное последствие, потому что имитация работы, она всегда печально влияет на саму, собственно, работу. Данной ситуации. Поэтому здесь я, конечно же, полностью в этом отношении на стороне государства, на стороне администрации и, собственно, на стороне тех людей, которые хотят взаимодействовать на серьезных основах, без вот этих вот ярлыков и прочих соответствующих моментов. Поэтому в следующем выпуске, дорогие друзья, мы с вами чисто поговорим о геополитических тенденциях. Вот, будет очень интересно. Ну все, будем на этом заканчивать. Да. У нас сегодня в гостях был политолог Российской Федерации Юрий Сергеевич Самонкин и Руслан Михайлов. До скорых встреч. До свидания. До скорых встреч, да.